сосны опять стояли неприступной стеной, а под ногами были камни да лишайники. Дул холодный ветер, Матиас зябко кутался в свой расшитый серебром плащ. Вскоре дорога пошла в гору, и когда лес закончился, перед Матиасом выросла огромная неприступная скала, у подножия которой был вход в мрачную пещеру. У Матиаса глаза разбежались от такого великолепия. Ничего подобного он в своей жизни не видел. Да и неудивительно, ведь на самом деле он был вовсе не принцем, а простым мальчиком из бедной норвежской семьи. У его мамы была шкатулка с драгоценностями, но все они состояли из одного ожерелья да одной пары сережек. И те она одевала лишь по большим праздникам. А тут... тут были просто несметные богатства. Thank you.